Ну, здравствуй, Вячеслав. Привет. Готов? К чему? Ну, как ты думаешь, для чего мы тебя сюда позвали? Я не знаю. Ну, с этим Юлером сразиться, разве непонятно? Вы что-то серьезно? Вы собрались бороться с ним в квартире? Не могли бы, что ли, на какую-то заварушку найти, что ли? А что такого? А ты не боишься, что он тебе здесь все разнесет? Слушай, делай, что тебе говорят. Я наведу потом порядок, если надо будет. Ну, давай, призывай его. Ща. Уходи. Ну ты что, не рад меня видеть? Да не в этом смысле. Просто ты сейчас не в тему. Да ну дай пройдем. Лена, алло. Саш. Чего? Так что происходит? Мне кажется, он близко. Кто близко? Ого, откуда это у вас? Так и что здесь вообще происходит? Еще тебя с рукой. Мы охотимся на монстра. На опасного монстра. Один раз я его уже задушил этой рукой и испачкался в него. Это какой-то симбиоз. Что? Слияние организмов.
смотри на него. Ты так и не поняла? Что? Юля внутри него. Давайте его, что ли, закопаем, похороним во дворе, ну. Кого ты там закапывать собрался? Себя. Санек, ты живой? Мы же это, пульс твой мерили, его у тебя не было. Я тоже сначала думал, что я умер. Но даже после того, как ты меня застрелил, и все равно остался жив. Почему? Почему я до сих пор живу? Я столько всего пережил. Столько опасностей, трудностей преодолел. А теперь сижу тут с вами на полу. И жду, когда из меня выйдет какой-то монстр. Нифига себе ты загнул. Ну чё, потерпи. Скоро мы его убьем. Но как? Если он внутри меня. Слава, ты можешь его изгнать? Боюсь, я этого пока не умею. Марина, расскажи-ка ты мне... Что рассказать? Как это Большак так загипнотизировал свою родную дочь? Однажды я пришла из школы, и дома меня встретил папа в очень странной одежде. Я сначала даже не узнала его. Он сказал мне, что он хочет начать новую жизнь, и поэтому сменил имидж. Да уж. Да, и еще он решил сменить свое имя. Так-то его звали Борис. Борис. А средняк, получается, твой дядя. Да, но я его узнала только, когда мне было 7 лет. Он появился в нашей жизни как-то внезапно. А как это? Внезапно? Мы тогда жили с отцом в Лесногорске. Еще до аварии он работал в местной больнице психиатром. Вот тогда он и узнал, что у него, оказывается, есть брат. А почему средняк так странно выглядит? Что не так с его одеждой? Он что, тоже решил сменить имидж? У средняка в костюме как раз все продумано. Шапка с капюшоном, чтобы не замерзнуть во фризере, очки, чтобы не ослепнуть от Бухтинского озера,
шарф, чтобы не надышаться испарениями источника, а перчатки, чтобы защищаться от летающих покрывал. Летающие покрывала? Да. А футболка? Зачем ему эта футболка? Футболку ему какая-то бабка в Лесногорске подарила. Алексеевна? Вроде да. Понятно. И... Что? Мой папа рассказал мне, что футболка средняка обладает одним интересным свойством. Каким? Она умеет заживлять раны. Эй, ты куда? Спасибо тебе, Алексеевна. А откуда она у тебя? Мне Алексеевна точно такую же подарила. Может, скоро? Нет. Вообще все нормально. Сказала, как он тебя загипнотизировал-то? Когда я вернулась домой из школы, я сразу же пошла на кухню. А там на столе была юла. Отец вошел на кухню и раскрутил эту юлу. И все? Откуда ты узнала о его планах, о Юлере, о гипнотическом мире? Папа всегда мне об этом рассказывал. С самого рождения. Вместо сказок на ночь. Ребят, у него эти черные узоры пропали. Я мой. Что такое? А я не знаю. Я не виноват. Что делать? Ну, вообще, можно еще раз призвать Юлера. А смысл его призывать, если он там? А можно его призвать как-то в человеческом облике? Меня этому не учили. Но можно попробовать. Отлично. Подожди. В гипнотическом мире Юлер имел тело. Но мы его не могли убить просто так, стреляя из дробовика. Может быть, только экзорцист может его убить? Нет. Мы просто мало старались. Надо было в него дольше стрелять. Что, правда? Его можно просто убить подручными средствами? Да хоть кулаками! Отлично. Пошли. Подожди, подожди. И где ты собираешься с ним драться? Думаю, в этот раз лучше его призывать на школьной территории. Ладно. Мне кажется, мы одни не справимся. Слушай, можешь тогда позвать своих пацанов, чтобы мы все вместе его заколбасили? Ты что, хочешь к этому привлечь обычных людей? Ну, почему нет?
Опасность угрожает всем. Чё, Сань? Завтра в 8 утра у школы? Хорошо, давай. Пока. Ну чё, пойдём. А, куда? Домой.